stuns. Hound goes down. Livesteal unable to survive. Brewmaster already let his split off, and he's going to move forward. The stun will go over on Banana. Maybe send Sunshine up and towards the air. They can actually turn Watts 1 into 2 and potentially 3. Another TP's on the way. It's the Alchemist. Instantly pushed back. Echo Slam. Vision going down. They're going to lose Alchemist. They're going to lose Sunshine as well. Super, the clap. There it is. Three TPs coming up. Super just waits it out. The tower actually got denied up by Howl as well. And the smooth, well, he's still there. Году мы ехали с лучшим настроем, все были довольны атмосферой, составом, то есть нам нравилось играть вместе, нас ничего там особо не раздражало, и мы как бы ехали бороться. Когда ты понимаешь, что ты играешь за 10 миллионов долларов, то что-то в тебе говорит, что ты должен выложиться на максимум того, что ты можешь. В целом настроение у нас было такое, то что как бы мы понимали то, что можем, но понимали то, что еще очень-очень многое нужно, как бы, что-то добавить, что-то там наиграть и так далее. Ну и мы создавали вот эту вот самую команду. Начиная, конечно, с костяка, вот изначально там буквально несколько человек были приглашены, мы создали маленькую конфу, и дальше уже пошло постепенное обсуждение людей, кого добирать, кого не добирать, там, каждые люди высказывали свои мнения, я общался абсолютно с каждым комментатором отдельным, там, спрашивал его мнение по поводу других людей, надо, не надо, стоит, не стоит. По поводу, опять-таки, журналистам нужно было сделать свой выбор, потому что, ну, в прошлом году он там был не совсем удачный, и хотелось, чтобы в этом году было больше контента, чтобы как-то больше он был распространен. Поэтому, ну, в принципе, довольно-таки сложный был процесс, и очень много людей было в него вовлечено. Ну и получилось так, что действительно я советовался там очень много с кем. Ну и как-то вот в конце сформировалась вот эта вот группа. Ехать как аналитик на такого рода ивент, это, ну, скажем так, не то, к чему я стремлюсь. Или стремился. Или буду стремиться. Потому что изначально у нас по плану должны были быть NES и Smile, но они попали на International в роли игроков. Пришлось в срочном порядке там уговаривать соло после вылета. На аналитику меня позвали почти сразу. Как только закончилась игра с Virtus.pro. Проксы выходят на линию опять. Они знают, что нет смайла. И тут Иллидан. И тут Иллидан. И врыв. И Хек сразу же на соло. Минус соло. Моментально. Минус, скорее всего, БЗЗ. Да, БЗЗ в таверне. Уже минус для команды Virtus.pro. Это Team Vibe. RoxKiss откровенно играли как бы хуже, чем они могут в том матче. Ну, там, скажем, по общим результатам команды и по общим их выступлениям, конечно, они как бы заслужили слота больше, но что уж поделать. Ты побеждаешь или ты проигрываешь, и с этим ничего не сделать.
изначально мне не очень хотелось ехать, потому что я хочу играть и не хочу быть шоуменом, стримером, аналитиком, еще кем-то. Изменил решение, потому что представил, как я буду смотреть International в очередной раз дома с друзьями. И в каком-то плане девушка повлияла на меня, сказала, что почему бы и нет. Съезди, развеешься, пообщаешься с ребятами, с которыми хотел бы играть в будущем. Потому что, в принципе, все лучшие игроки СНГ сейчас здесь. И для меня это был большой плюс. То есть, ну, реально я подумал о том, что ничего предрассудительного в этом нет. В принципе, можно разочек поработать и аналитиком. И провести неплохое время. Лучше, чем сидеть дома. Если вот посчитать, взять наших топовых, да, журналистов, аналитиков, комментаторов и так далее, то я думаю, вот не считая Пинги, да, который не смог попасть, мы абсолютно максимально возможное количество людей взяли. И вот я думаю, ну, люди не должны быть разочарованы, потому что все, кто должен был приехать, все приехали. Я видел на Интернешнале полтора года назад, когда я только начинал плотно играть в Дотку 2. С годом я хотел играть точно еще года с 2008-го, но просто он был всегда на уровень выше меня. И как-то это казалось недосягаемым, но сейчас это стало возможным. Ну, конечно, там 6 лет назад я представить не мог, что я буду играть в одной команде с NS Смайлом. Тогда они были, конечно, звезды мировой величины, сейчас они просто тени своего былого величия, можно сказать, но тоже хороши. Наши результаты как бы за весь год были не очень, ну, за весь год игровой, начиная там с третьего интернешнала, у нас все не клеилось, менялись составы, никаких достижений и результатов не было. Ну и где-то в районе так, февраля-марта я так уже знал, что Valve уже примерно определяются со списком прямых инвайтов. И нам, откровенно говоря, давать было инвайт, ну, просто не за что, это тут никаких вопросов как бы нет. Ну, то, что нам там дадут инвайт на квалификацию, я был уверен. То есть, на самом деле, жаркие были квалификации. Я реально сейчас развалил, если не сказать другим словом. Просто развалил СМИДа. Щемление. СМИД и защемил. 5 очей. 3900. 8015. Щемление. В итоге мы как-то смогли получить этот слот, неожиданно там даже для себя, но это, как я уже сказал, это такой спорт. Бывает, что команда, которая там весь год играет хуже, на конкретном каком-то вот мероприятии, на конкретно какую-то игру она собирается и выдает там результат, возможно, выше своих собственных возможностей. Я был настроен проходить квалификацию, я хотел поехать в International. Не зря я играл столько игр в Доту, хотел этого, и, пожалуй, я думаю, что я эту поездку заслужил. Блин, это Dota 2 — это один сплошной эксплойт и абуз, потому что... Начинается вот это вот, и когда Рошан убивает на первом левеле. Да-да-да. Это сплошной эксплойт и абуз, я не хочу в это играть. Клик-к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 лик-
минимум очень хороший саппорт. Как бы то, как он действует вообще, то, как он действует в частности в early game, это просто что-то. Лидан, для Лидана дота никогда не заканчивается, потому что он сидит и тренируется, он сидит и играет, и он сидит просто-напросто тратит все свое время на то, чтобы улучшаться. НС Доти уже сделал все, НС Доти уже выиграл многое. Да, еще не был в призерах International, и посмотрим, будет ли, но в любом случае НС это человек книга, скажем так, с точки зрения Доты. Год, я уже много говорил, что Серега очень опытный товарищ, Серега много где играл, и Серега много что может. Смайл это человек просто, я врываюсь, и Смайл всегда, он был таким, Смайл абсолютно всю свою жизнь играл именно в таком стиле, он никогда не думал про последствия, он просто копал или врывался, или станил, и бежал. Если ребята зарядятся энергией как-то, если они найдут в себе силы и найдут в себе мотивацию, как-то настоящую мотивацию, не вот такую «да, я хочу, да, я буду», как можно сказать владельцу команды спонсорам, а настоящую мотивацию, вот, тращить, ломать и так далее, ну,
тогда я думаю, в принципе, вот такая команда вокруг них может создаться боеспособной. Я был настроен на все, на обе карты, как мне казалось, наши победные. Честно говоря, сложно мне сейчас говорить за всех, потому что как-то вот мы так не собирались в кружок, и не говорили, там, ребята, мы их порвем. Ну, потому что, не знаю, как-то это и так, мне кажется, очевидно, что если ты сюда приехал, и корейцам проигрывать как бы точно не хотелось. MVP Феникс, они запарились за грязными делами, потому что мы как бы в нашем вот этой игровой секции, которую построили Alienware в отеле, мы как бы сидели там с компьютером, что-то тренировались, играли. В один момент все куда-то ушли, у нас там целая линейка была, 5 компьютеров, все куда-то ушли. Нам куда-то покурить, покушать, не знаю, просто прогуляться. И только я остался, но я как бы отошел на несколько метров, к кому-то там подошел из знакомых, что-то обсуждал. И смотрю, как два корейца из MVP аккуратненько так подходят к компьютеру Смайла. Знаешь, осматриваются так, знаешь, так оп-оп. Давай к нему лезть в этот в профайл, в сыгранные матчи. Ну, в сыгранных матчах же можно посмотреть приватные игры, то есть можно посмотреть какие-то тренировки, каких героев. Я смотрю, что-то думаю, тут не то, так подхожу аккуратненько к ним, говорю, hello. Они такие что-то, ой-ой-ой-ой, sorry, your computer, oh my god, ла-ла-ла. Ну и ушли. Но, честно, не ожидал такого, ну, какой-то не fair play совсем. Конечно, понимаю, что выиграть хочется, ну, деньги там большие вообще, но, тем не менее, как-то репутацию в моих глазах они подпортили свою. По началам этих игр было действительно видно, что у нас все получается в личном скилле лучше, но по стратегии, как оказалось, мы реально просели каких-то пару... Ну, понятное дело, мы могли выиграть, но наши стратегии, как аналитики говорили, реально сложнее в исполнении, чем стратегии корейцев, в которой они просто жмут одну кнопку и выигрывают нас, начиная с определенной минуты, выформив свои айтемы. Ну, наша стратегия, она скорее подразумевала от начала и до конца безошибочность. У нас вначале было хорошо, потом буквально пару ошибок, и уже вернуть было реально сложно. Вот они сидят. Щемление. Смайл, проблема огромная будет быть у Смайла, цепляет его хины, в итоге Смайла здесь бросили. Долго ли сможет жить Смайл? Нету там голема. Смайл тоже сможет подвозить, вот Иллидан. У Иллидана есть ульта, вот он и закидывает, это минус хит. Уже несколько героев команды Виртуслона, нечем засловить. Нет. Есть стрела, в атаку в лицо залетает, от Джонла. Ой, тяжело здесь Году, он дает лазер. Проблемы. Не, ну, Серега набрасывается, конечно, будет сложно, но он постарается что-либо сделать, и... Да, сложно, но должен убивать приватора, все. Отбьют, да, минус, нет, это минус, еще и стрела контрольная. Полезет, да что ж это такое, Висп сейчас просто прилетает, ВНС уже откатилась ульта, да, ВНС уже с ультимативной способностью, Райзена покусят. Минус Висп, отлично, минус Висп в начале драки, это очень приятно, но и Смайла тоже забирают. Очень зря держится здесь ВП. Да, да, глупая драка абсолютно. НС пытается здесь что-то сделать еще. НС сейчас погибнет. Вот он первая смерть НС. И второй раз тоже его сейчас будут убивать. Здесь же голем. Ну и тут Виртуспро, конечно, очень тупит. Да, да, да. Минус Рейскин. И там, конечно, типа погоня за Брюмастером. Но Брюмастер тут ничего не сделает. Джот он там перемонтил. Ну и вот он, Иллидан без маны. И Иллидан дает стрик. Сделал, прыгает просто на Смайла. Смайл ставит боги, блэйдмейл. На Смайл разбивай и беги. Беги, что? Смайл. Умер. Да, там Висп, кстати, залетел в самый центр. Ты посмотри, как там поймали Жота. Жота делает лип-аут отсюда подальше. Ну и здесь забирают Смайла. Летает в воздухе Иллидан. Иллидан прожимает. Ой, НС нет ульта, еще 10 секунд. Лоу. НС 7. 10 секунд его вряд ли убьют. 7, 6, 5, 4, 3. НС. В второй карте у нас, вот это наша была фирменная стратегия с Сефом на миде. Трент Лич, Кентавр и Керри Дазл. Это реально была очень наша сильная наработанная стратегия. На квалах мы играли не с Керри Дазлом, а Керри Траксой, что нам реально вставляло палки в колеса. Потому что если к нам приходили какой-то сильный триплой, или просто Тракса не могла фрифармить на линии против Коустхардера, это реально было довольно сложно. А вот Дазл, это как раз тот герой, который, он как вайпер один на один любого прогоняет Хардера, с помощью Тринта он вообще убивает его, выформив какую-то меху. Вот нашей стратегии не хватало быстрой мехи, она у нас появлялась, какой-то еще, возможно, форстав, и взаимовыручка от Тринта, Лича и Дазла, и ульты Кентавра помогала нам всем героям выжить, кому-то отдать какой-то спасительный спелл на того, кого бьют, и в это время СФ
всех их убивал. Кентавр, кентавр залетает, все, это должен быть минус фарэм. Дальше, 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 Кьюон надо тоже убивать, на нем Бим же висит. Там Лайкон медленнее вниз, мы пошел, и поели даун довольно неплохой. И Нигма ультует, но надо ее убить, убили Нигму, Кьюон тут до конца пытается драться, и Сэф, много дэмджа расписывает. Кьюон тоже погибает, минус 3, Мар делает паук. О, там Бит, летели, убили. Очень просто близко подойти, и подходит, подходит, отлично на Райса, на сейчас смайл. Очень быстрый минус, ну и поймали тут Хина. Улетел Виду Тачани, кстати, порвался также у нас Кьюон. Кьюон и Несса спасает последнюю секунду. Какой же там чейн-босс! Просто невероятный чейн-босс! НС погибает! Босс! Ультра-килл! Вот и Рафаника! Нечем, нечем ловить! Ну, вот он! Да, его Грёсов достали! Ассадкин как раз упрыгнул оттуда! Но хорошо, очень, кстати, хорошо залетел Эбер! И смайл, отличнейший стан! Между двоих и Нипа прилетела, дает флэкло, попадает по коду! Босс, минус! Также, скорее всего, в таверне, кажется, смайл жопа тоже цепляет Сэндкинг. Ну, пытались своего это последнее. Байбек Энигмы. Wildcard раунд я вообще не считал, что вот это будет что-то интересное. Я вообще даже не мог подумать о том, что Virtus.pro могут его не пройти. Если бы мы были на месте Virtus.pro, я думаю, что все так же бы закончилось, скорее всего. Карт-матч против MVP Феникс у нас не пошел. Мы, ну, много комментариев, как бы я прочитал и выслушал, что же Дипшоу за фигню вы пикать. Ну, логично, мы приехали на интернет, что, ну, не пикать рандомно, тыкать в героев, да, там, куда пойдет. Это были наши конкретные стратегии и заготовки, которые мы готовили довольно долго. Честно говоря, соперник выдался очень-очень неудачный для нас, наверное, именно вот MVP Phoenix, может быть, там, с Liquid и CIS пошло бы у нас получше, потому что MVP использовали очень такие хитрые, не очень понятные какие-то страты, которые как раз нас, вот, наш, вот, именно вот то, что мы готовили, они законтрили, то есть... Ну, неудобный соперник. Я не буду говорить, что вот мы бы там играли с Ликодами, были бы, выиграли бы Ликод, потом на Кураже там выиграли бы MVP. Не, совершенно не факт, могли бы поиграть также Ликвид, но думаю, что все-таки с Ликвид теми же, несмотря на то, что они потом выступили очень здорово, у нас на Wildcard шансов было больше, чем как выяснилось в итоге с MVP. По поводу того видео, где там мы шутили с НСом, и там Асмайл грустил, и куча комментариев было про то, что Смайлуху жалко, Смайл единственный расстроился, а этим пофигу. Это все не так. Мы и так же расстроились, просто каждый переживает это по-разному. Возможно, когда ты проигрываешь, и тебе камера в лицо, ты не хочешь там, грубо говоря, ты не будешь пытаться получить Оскар за то, что ты опечален, а просто оденешь какую-то защитную маску. В этом году, то есть реально мы сами своими силами заслужили этот инвайт. То есть там без каких-то, я не знаю, то, что нам авансом дали, что-то такое. То есть мы держались в топе, мы хорошо выступали на всех турнирах и как бы сами-сами заслужили. Когда мы там в 2 или 3 часа ночи по Киеву увидели, что нас пригласили, была куча радости, там бухло парк и так далее. Ну там у каждого приезд свой, мы не собирались сразу после этого. Эмоции, ну, классные, интернешнл, все-таки чемпионат года, к нему ты стремишься. Достаточно долго и скучно было лететь, плюс считаю, что я немного боюсь, не знаю, высоты или перелетов на самолете. Для меня это было немножко нервозно. А сам прилет в Сиэтл, ну, после прилета, уже как бы... Я не так сильно нервничал, вроде все хорошо было, и осталось с чем справиться, это только джетлаг. А на буткемпе мы играли против ДК, сыграли пару игр против Эру. Первые ощущения были такими, то, что мы играли хуже, чем мы играли на последних днях как бы на буткемпе. У нас такая позиция на этом буткемпе была, что мы будем тренироваться, ну, мы будем продолжать тренироваться, мы будем отрабатывать какие-то командные действия, чтобы не забыть их. Но мы будем играть не со всеми теми пиками, которые мы играли на буткемпе в Киеве.
итоге, в какой-то мере, как я считаю, это сыграло против нас. Особо после этих КВ-шек мы там не чувствовали себя там хорошо или наоборот плохо. Поиграли КВ, поиграли, увидели там, чем некоторые играют. Против ДК мы, правда, много играли, там были такие моменты в КВ, что мы должны были выигрывать, а по итогам очень плохо играем. Ничего не получается. Вот, Империя состоит из достаточно молодых игроков, за исключением, наверное, только Мага. И Маг уже достаточно опытный товарищ, которого, я уверен, игроки слушаются. Которому я на месте игроков бы на самом деле доверял, потому что ну, капитан достаточно все-таки опытный. Если говорить про Ванскора, то это товарищ, про которого не так давно вообще почти ничего не было слышно. Да, он там где-то играл за кого-то. Но сейчас это там суппорт мирового уровня, который, там, не знаю, во время каждого матча показывает какую-то великолепную игру. Fly, ну это наш местный ареновский задрот, который у нас просиживает, я не знаю, в арене. Просто огромное количество времени и... Ну, вот результат, да, то есть можно сидеть дома, играть за компьютером, можно ходить в клуб, такие в киберспорт-арена, можно приехать на International через некоторое время. Вот, вроде ачивочка неплохая. Silent, который играл еще в самые ну, такие бородатые времена, причем он играл и на керри, и на суппортах, и опять на керри. И тоже игрок, которого, мне кажется, много капитанов хотели бы видеть в своей команде. Такой покладистый, как по мне, и, как мы видим, неплохо вроде бы знает, что ему нужно делать. Команда Resolution — это тоже наш местный школьный задрот, который еще играл в команде «Взрыв пакеты». Против Дэнди, я помню, была у них игра как раз против, тогда был, ну, не Нави, а Микс какой-то, хвост плюс 4, что-то такое, или там хвост Дэнди плюс 3. И вот тогда, да, Resolution стоял против Дэнди в миде, еще вот в те времена, там, несколько лет назад, Дэнди говорил, что вот этот малый, он что-то умеет. То есть ощущение было такое, ну, я бы не сказал то, что очень уверенно себя чувствовали. Понимали то, что косяки есть, как бы... А так, в целом, мы рассчитывали то, что начнем играть уже групповую стадию, и там как-то где-то на морали и так далее просто пойдет игра. Ну, на самом деле, мы ко всем командам имели одинаковый, ну, так сказать, подход. Мы никакую команду не недооценивали, никакую команду не переоценивали. У нас была идея на буткемпе подготовиться особенно к каждой команде, то есть каждой команде сыграть вот так вот. Но как-то эта идея не зарослась, и в итоге мы против каждой команды играли одинаково. То есть и при всем при этом забыли о тех героях, как бы, с которыми у нас действительно получалось. То есть и это действительно как бы ключевая и основная ошибка. Потому что нужно всегда играть в ту доту, в которой у тебя получается лучше всего. Ямоты, смыть на этого парня. Мне кажется, ребята вообще не боятся драться, только вот Лага. Узнал контринициацию, он Флай пытается запрыгнуть, надо ему как-то раскастовать свой ультимейт. Он прыгнул, он сможет замерзнуть, его просто-напросто глипсанули и не дали скастить ультимейт. Он аппаратом попадает практически по всем. Ванскор погибнет буквально сейчас, успевает никого забрать. Что творит Врейскин? Как же много урона он навешивает. Темпларку уже здесь, это минус 4. Гонится за последний. Ты другой волчок. Молодые, толковые, четкие. Проверили волчок. Проверили. ТП, надо драться. Сайлент дает танк. Пат, но Сайлент уже подрался, по-моему. Хотя, смотри. Ой-ой-ой, как больно-то. Резолюшн в толпе дерется. Ванскор врывается в самую толпу. Схавал просто МСС. Пата, инваживой Ванскор бежит за ними. Бьет его с руки. Минус Энчантрес. Пата все-таки отсюда убегает. Секунду он будет бить с руки, скажем так. От Империи мало что останется, у него очень много... Так, нападают. Смотри, нападают сейчас на Силара через ульт Бэйна. Ну, стоит ли скастить Блэкхол сюда? Стоит ли? Да, Блэкхол. Напоминаю, что, кстати говоря, в Блэкхоле нельзя включать перекачку. Ой, неужели не убьет? Если не убьет, это будет полный провал. Все, влили в Сайлора. Он все еще живет. Использует репликей. Попытка сделать телепорт, он уходит. Ой-ой-ой. Успевает отсюда уйти блинком, переключает ПТ, Сайлент получает ару, у него нет байбека, да, скорее всего, ГГВП, потому что... Да, тут уже не задепишь. Вот это какой-то терпиломорф. Сайлент, не будь байкатом, не знаю, Тараска, плевать, новое БКБ, что-либо. Брыв, пошел, встань, первый раз, второй раз, засалит, сейчас будет второй раз, пойдем, выносим в себя, пошла драка, Сайлент поджигает Куроки, забить на Куроки, Куроки уже ничего здесь
ничего не сделают, не Андрюша, могут. Андрюша ничего уже не сделает. Или это было гениальное решение от Спайлера? Мы столкнулись, на самом деле, на этом турнире с той проблемой, с которой мы до этого как бы не сталкивались. Как бы это правильно объяснить? Просто на минус морали, скажем так, были после каких-то первых игр, но раньше нам это не мешало, то есть, когда мы играли какой-то Star Ladder и так далее, то есть, мы групповую стадию отыграли хреново, потом собрались и дошли до гранд-финала. То есть, а здесь как-то вот прям сразу где-то что-то не задалось, турнир другой, деньги другие на кону, то есть, эмоции тоже другие. Ну, вообще, я из-за любого поражения очень сильно переживаю, и отвлечься от этого очень тяжело. И там, ну, все очень печально. А да, когда вот уже первый день мы плохо отыграли, я пошел, ну, следующий день наступил, и я с новыми силами уже забыл о том, сколько у нас поражений. Вот сюда все сейчас будет Black Hole! Black Hole! Но Black Hole только в одного. Ну как же больно, All is One of Lio. Очень больно резолюшену. Тайдхантер без блинка, Эмпайр зажаты под своей вышкой. Заходит Тайдхантер, запрыгивает Урса, она видит троих, получает стан. Дум летит сюда, сюда же летят все. Снейкингу больно, Снейкинга можно убивать. Реведж попадает по двоим. Снейкинг очень битый, Корок также очень битый, но у него Аегис. Убивают Резолюшена, Фогет прячет Фантомку. Фантомка минус, Энигма минус, Урса. Выбивают с него Аегис, остается только Тайдхантер. Байбекается Резолюшен, Бракс. Убивают Бракса и добивать Корока. Корок получает Дума, это Team Vibe. Вот Войд прыгает на Сайлента и на Флая попадает. Ну вот, смотри, вот она Спектра стоит, он скоро ее высвапает. Сайлент сам заходит в хроносферу обратно, умирает, делает байбек, возвращается. Ульт от аппарата в 4 БКП и это ГГ. ДД пытается бить ЕГМа, потеряли Т3-тавер. Потеряли Т3-тавер, начинает терять медовую линию. Ну, медведя убейте же, убей его просто. Слип дали. Что дальше? С4 ПКБ войдет, надо его хиксить. В любом случае, или копнуть двоих флай. Давай, ты можешь! Успевает блинкаут сделать, ничего не могут сделать Эмпайр. Абсолютно. Пошла шли. Абсолютно. Корни мага, первый удар, стоп. Маг пытается жить, за ним погоня. Мага цепляет, все, мага, минус маг. Минус Ванскор, маг делает байбек. Все живы, альянс сносят мид. Не дотерпели. Вот так вот. Не дотерпели. Успеют продавить. И Тинкер прилетает. Знают же, что там халявная точка для Тинкера. Тинкер ушел. Отлично, подловили муши. Но сразу же идет крик. Резолюшен. Поражает БКБ. Поражает компрессион. А Сайлент без байбека. Сайлент без байбека. И Флай дает хороший блэкхолл. Ну, блэкхолл и маг подкапывает Ланема. Резолюшен начинает раздавать жар. А там Шэдоу Шаман уже с вардами ставит варды. Да, на и трон. Несет это трон. Провал. Это просто провал. Вторая хроносфера. Погибает Ванскор сейчас. Погибает ДК. Это... кажется, ГГ, или еще нет, или еще будут воевать имперцы, маг. Перед AG это первая команда, перед игрой, с которой мы вышли на балкон в пятером, обсудили полностью стадию бана, пика, что если они это забанят, что мы возьмем, если мы берем это, что они забирают, и выиграли у них. Я считаю, что мы выиграли из-за этого, потому что все знали, что мы будем брать, уже видели какую-то стратегию на игру. И просто отыграли хорошо. Не останавливается на достигнутом. Рошаном тоже можно поговорить. Раверс Полярити, у Фейта проблемы. Отвозят Фейта к магу. Маг забирает его за... По-моему, просто с флешем забирает. Пока бил Рошана, падает. Отличный блэкхолл от All is One of Fly. Минус Кси после байбека. Минус Феррари. И остается один лишь только Скайрос Мейдж. Good game. Полное обсуждение каждого пика, каждых действий приходит, наверное, команде только когда начинает проигрывать. По крайней мере, это было в нашем случае. Мы так сделали на Star Ladder, в итоге мы пробрались по сетке лузеров к топ-2. И вот на International мы начали подготавливаться. Ну, вот по ходу турнира мы начали обсуждать, что будем делать. В итоге иногда это проходило, иногда нет. Иногда нас просто... переигрывали и все. Шел маг, но не допрыгивает он дальше. Будет ждать сейчас за Синсинга. Он Синсинга еще долго будет действовать. Ультимейт магу тут немного наваляли. В любом случае. Ну и надо Синсинга здесь не отпускать. Тут птички рядом, маг пытается сделать. Вот он прыжок. Ну, и уже Ревач! Ну, гони!
Где этот Рэвэдж? Я не понимаю, ну что происходит с магом? У Андрея, по-моему, сегодня просто печаль полнейшая, так и нет. И минус все. Минус 11, 2, Сайленс пытается уйти. Минус 3. О боже. Визи еще и команда LGD. Варды стоят, Сайлент один на Рошане. Так, минус один Некрономикон. Кстати, они действительно смогут запилить этого Рошана. Так, заходит DD, получает хекс. Зачем ее хексить, если у него есть блэкхол? А если забрать, хоть кто-то заберет. Да, забрал все-таки его Сайлент. Слушай, неплохо, Рэббита надо убить. Рэббита убить, хексанули, но тут прыгает шейкер, и Рэббита нечем бить, но что у него бутерфляги не попадают. Еще и фиксура, да, Рэббит тупо попал под жесткий фокус, но при этом он еще очень долго жил. Минус нули, все-таки Рэббита байбекает. Три выстрела. Барак. Дайлин, дави на мораль. Бэтрайфер теряет PPD, уводит его на хайграунд. Вот она, хроносфера, и сразу его стирает резолюшном. Резолюшн, маг тоже в хроносфере стоит, маг не успеет стануть. Кастует он, конечно, за второй раз. Первый рэвэдж, пошел второй. Партии идем, пожалуйста. ГГВП. Тайр, скорее всего, покидает. Что это такое? Почему он не скастил дом этот раньше, если Хау уйдет, команда Эмпайр может просто маг проиграть. Маг летит, маг летит, у него есть лассо, но он не кастует почему-то. Хекс в Хау. Хау должны убивать, Хау убивают. 90 секунд без Хау. Сколько байбека у Хау не будет? У Хау 3 минуты нету байбека. Слушай, ну ломают. Лишний барак не хотят имперцев убивать. Ну, тут расходятся. Опасно, опасно, я соглашусь. Заходит, правда, маг. Танкует лицом. 40 секунд. Блэкхол есть. Стонгейза нет. Задизейблили. Надо убить и Нигму. Хорошо. Блэкхол. Биг Дэдди минус. Нету байбеков. Ну и я думаю, это все. Это ГГ. Вера тоже, возможно, погибнет. Акс тоже в таверне. Байбек от DDZ. Гоняет Некр по дну. Уже минус 3 в исполнении команды Team Empire. Запрыгнул. Эпицентр. Кого цепляет? Флай усыпился. Какой же грамотный Флай. Ванскор подходит. Есть стан DDZ. DDZ сбрили. Грива не будет. Ну, это развал. Ультракил от резолюшена. Джонни тоже погибает. Что это? Рампейдж? Рампейдж бай Роман. Это всегда самое мучительное, когда вот ты от тебя уже ничего не зависит, и ты смотришь. И когда твоя, грубо говоря, мечта уходит, то это сильно сказывается на всем. После турнира, ну, после нашего окончания выступления на этом турнире, я чувствовал опустошенность, так сказать. Не хотелось ни с кем разговаривать особенно, не хотелось разговаривать про игры, думал о том, что, не знаю, что я не сделал для победы, чего не хватило нам для победы. Было очень грустно. Все одинаково, ну, не одинаково переживают, но у всех грусть, печаль, тоска из-за этого поражения, то, что мы не попали туда. Все ехали с одной целью, ну вот, попасть хотя бы в топ-3, а в итоге 13 место. То есть не тот результат, на который должен был быть, на который рассчитывали, и все очень печальные. Честно сказать, я вообще не знал, что делать. То есть я даже сейчас в целом, мне как-то даже домой не сильно хочется ехать, потому что очень много людей, просто фанатов наших, там, моих друзей, каких-то родственников, которые в целом как-то следят. То есть они как бы ждали тоже чего-то большего. То есть мне как бы стыдно то, что я где-то и сам плохо отыграл, и то, что у нас как бы не получилось. А на самом деле как бы не так-то и много нам нужно было. Буквально на одну победу или на две для Верочки как бы больше, чтобы выйти уже в десятку, а там все могло бы по-разному как бы обернуться, и тяжело предсказать даже, что было бы. Empire, ну, я, честно говоря, не сомневался в том, то, что китайцы будут сильнее, чем они, но я думал, что с остальными, ну, топовые китайцы, я скажу, не все китайцы. Если человек китаец, это не обязательно, что он сильнее Empire уже, это давно далеко не так. Вот, топовые китайцы. А то, что они будут играть с американцами наравне, ну, с C9, с EG, это у меня были сомнения. Вот. Ну и, соответственно, с другими такими эдакими второэшалонными, или если по-человечески, то с нищебродскими командами они там смогут одолеть их.
Вот, ну, к сожалению, тоже у них не пошло. Ну, я не знаю, я, может быть, максимум прогнозировал место какое-нибудь 8-6, скажем так, я думал, что они могут занять, но не повезло. Empire жалко. В принципе, они могли, двух игр им не хватило до попадания на main event, двух побед в групповом этапе, и у них все было для того, чтобы выиграть на две игры больше. То есть, в принципе, игры, наверное, 3-4 они отдали сами, с преимуществом там около 10 тысяч. И, ну, реально жалко ребят. То есть, весь год они показывали очень хорошие результаты, но на Инте посыпались, на мой взгляд, потому что у них не было лидера, не было человека, который, опять же, мог управлять командой в мидгейме, объяснять, что лучше сделать сейчас кому-то из его тиммейтов, почему так сделать, то есть, что, ну, мог команду как-то держать в тонусе на протяжении всей игры, а у Empire была проблема в том, что они начинали там, после 20-й минуты делать какие-то невнятные действия и проигрывали из-за этого игру. Только хотел извиниться перед всеми, кто за меня болел, за нас болел, за команду, ну, потому что отыграли мы дерьмово, на нас все рассчитывали, мы подвели, и еще к этому всего, вот это вот чувство добавляется ко всей печали, то, что ты еще подвел там много людей. Отличался ли настрой на этот International? Ну, сложно сказать, на самом деле. То есть меня на каждый International был, в принципе, очень серьезно настроен на протяжении года. И подготовка, то есть с первого по второй я много готовился, со второго на третий очень много, и с третьего на четвертый тоже очень много. Поэтому я бы не сказал, что в этом он бы чем-то отличался. Не слаженно играем в последнее время, у нас нет определенной идеи, нет общей идеи, что и приводит к поражениям нашим. Вот. Собственно, у нас уже это очень давно, и мы не можем найти общий язык. Это в любой команде это сразу же вызывает большие проблемы. В игре вы можете выиграть только если враг реально ничего не будет делать, и вы как-то там за счет общего и личного скилла выиграете. Если враг вас давит, если враг заставляет вас принимать решения, которые требуют моментальной реакции, и вы этого не делаете, то вы проигрываете. Вот у нас так и получается. Глупо не испытать, ну, не взять этот шанс и попытаться выжать себя на максимум, потому что выиграв первое место, ты обеспечишь там себя на сколько-то лет. На сколько-то лет, может, на всю жизнь даже. Не может, а точно, наверное, в Украине, при желании. Вероятно, что после того, как они проиграли StarLadder, потому что до этого они очень много выигрывали, они, видимо, не нашли общий язык, потому что, как мы знаем, Na'Vi после этого не особо и дальше продолжали играть, тренироваться и общаться. Буквально там 3-4 месяца назад мы просто потеряли полностью друг друга и веру друг в друга, и уже не было людям интересно и весело практиковаться. Поэтому мы не продолжали играть нормально. Сашка — это у нас весельчак, то есть он, наверное, душа команды, потому что с ним всегда было весело. И одновременно у него хорошо было развито вот абстрактное мышление. То есть он сам по натуре не задрот, потому что он любит потусить, погулять, но при этом, когда что-либо касалось дела, он всегда начинал вот набирать форму резко. Климент. Самый, наверное, рисковый игрок за всю историю Доты, вот, за свою карьеру, который очень любит делать что-то новое, постоянно, каждый раз. Если что-то не получает, он умудряется придумывать обязательно новую стратегию, тактику или идею, где-нибудь там за 5 минут, и, ну, с ним было всегда весело. Дэнди — это работяга, всегда он очень много делал, и вот LVN делает, то есть старается. И на данный момент у него одни из самых лучших, самые лучшие навыки, фактически на большинстве героев. Ну, естественно, хиропул у него тоже высокий. Куроки. Ну, для меня Куроки — это такой человек-загадка, потому что то он играет хорошо, великолепно, то он начинает что-то непонятное исполнять. Абсолютно непредсказуемые действия по игре. И тут я могу сказать только одно. Он до сих пор тайна на нашей сцене. Фаник, он как на расслабоне.
как их называют. Просто человек, который играет на расслабоне, там, на своей волне. Вот. Что бы ни происходило, он всегда спокоен, продолжает там делать, стараться и верить в свой успех. Решили делать так, чтобы все пикал-пупей, мы даже им не помогали, ничего не говорили. Вот. Они с Кроки что-то там думали, придумывали, вот. Ну и у них по факту сложилось такое мнение, что вот эти герои сильные, надо ими играть. Ну, возможно, они сильные, возможно, мы плохо сыграли и так далее, но вот получилось так, что не выигрывали мы все то, что должны были. Дота игра сама по себе сложная очень, и она зависит от многих разных факторов, то есть твоя победа не только от того, как ты умеешь играть, не только от того, как вы вместе играете командой, еще очень много зависит там и от пика, и от настроя на игру, и от какого-то везения даже зачастую. Поэтому Best of 1 это, конечно, авантюра, вот, и я переживал, что мы можем не выйти из группы, потому что в Best of 1 можно как выиграть, так и проиграть в принципе любой команде. И TI4, Дежавю, Fnatic первые, мы играем с ними, опять у нас по пику полная, там, полные перевороты, то есть выиграть практически игру вообще, ну, нереально. Ходят сразу на поле на Трикси, давай его всей толпой, мы все с горем пополам, господи, с горем пополам, они пытаются убить Трикси, все-таки убили, Мистик Флэр дюслается хроносфера, хвост пытается взять Витеди, 3-4 киллаут делают, остался только Куро, забрали только двоих суппортов, это Full Team Fight, это ГГ, 22 минуты потребовалось на то, чтобы выиграть. И так далее, чтобы антимаг хотя бы Т2 умудрился поломать. Размен бараков на Т2, ну, хоть что-то даст Личгейме. Но тут, похоже, Нави не хотят терпеть, они просто врываются в соперника, Пупей кастует Блэкхол. Ну, на уровне Тайтхантера, но Супер в него умудрился залететь, на самом-то деле. Вообще, вышло в итоге у Нави очень качественно, поломали они троих персонажей сейчас, и Патму должны отправить в таверну. Там всегда есть рядом тиммейты, и, конечно же, Ливен Армор. Вот, на хвоста она катает. Это хвост нас не особо убегает, чисто на мужика идет драться. Вот они хвоста пока били. Пришел Дэнди, минус один, минус второй, минус третий. Просто изи каточка для Дэндимона. Тут это даже не для Дэндимона, а Нави ждут. А почему Нави не уходят? А почему Нави не уходят? Сейчас будет Дум в мата. Почему Нави не уходят? Лол! Вот пультануло. Где Дум? Что вообще происходит? Куроки раскопцовывает. Поймали Пупея. Убили Пупея. Сайлент включает БКБ. Дум не тратили. Пупея убили. Сейчас хвост берется с резолюшеном. Хвоста нет смысла давать Дум. Ждут до конца. 2-1 пока размен. Сайлент. Сайлент с хвостом дерется. Идет сюда маг. Подняли Петра у нас мага. Сайлент в Сайленте. И Сайлент так и не дал. Дум, маг дает ультимейт перед смертью Сайлента. И это просто провал. Вот просто провалище. Было сложновато, мы еле-еле выиграли каждую игру. Да, ну нет, не были, конечно, у нас довольно легкие, но были тяжелые игры. Вот 3-1, ну, неплохой результат, мы могли сделать 4-0. Но мы решили первую игру с Натиками отдать им просто, и поэтому дальше пошло как пошло. Вот, второй день... Там уже вообще у нас было что-то непонятное, мы там кого-то выигрывали, кому-то вообще проигрывали, кому мы не должны были проигрывать, все всего боялись, что было, что происходило в игре, непонятно. Вот. Потому что это день, Энди у нас кастует солнце, забирает Рошана, Глеб у нас стоит во сне. В огромной диспозиции Нави, все очень далеко, хвост вообще находится далеко. И хроносфера ставится на Сикзига, пытаются его забрать, ауи также под этой хроносферой, так что заставить не получается. Смотрит центр, оборвался к уроку, Сикзига разорвало, паник. Попустят вместе все Байлайдая, Байлайдай приговорен, понятное дело. Нага пытается хоть как-то надамажить Этернал Энди. Они не бьют рейнджовый барак. Очень. Они не знают того, что нет байбека у вайпера. Они об этом не знают. Понятное дело, главное что. Главное это. Они не знают, что рейнджовый барак бить надо. Врывается Дум, у нас нападает на Дэнди. Дэнди уже габелла, у Дэнди нету байбека. Пупей стоит смотрит, но не хочет кастовать на этом блэкхол. Пупей врубает БКБ, но Пупей. Боже мой, ну кастани, блэкхол, давай, ну пати. Родочка. И вот на блэкхол. Это блэкный блэкхол. Вот, да, там достаточно паника. Хвост-то все-таки вернулся. Ну, уверен, на 100%. Снайпер заряжает PPD. Не больно, PPD, а вот кого покрывает. Пупея накрывает хвоста и good game of play.
Это ГГ. Тут уже не байбеки, ничего не спасут, под хаулем ГГ пишет пупеем и... Ну, только у Нави более агрессивный пик, и, в общем-то, они не собираются здесь дотягивать. Бэтрайдер цепляет Диди, Диди падает, не успевая раскастовать ничего, хвост врывается, очень неплохо врывается, минусует Бэйна, воет хорошая хроносфера по двоим, но урона-то нет. Да, просто убежал. Правильное решение. Таких много игр, на самом деле, было и в групп-стейже, и вне групп-стейже, где мы что-то перемудрили, и, там, допустим, у нас была игра, где у нас была Нага Сирена на легкой, на которой я играл, на миде играл Фаник Брюмастером, и Тайдхантером играл на Хардвейне Хвост, потому что ну, Климент захотел видеть меня на Наге Сирене, потому что две игры, которые мы там с ней выиграли, мы всего две игры с ней играли, на ней играл я, и он посчитал, что вот, типа, он хочет, чтобы я на ней играл. А я на ней себя чувствовал довольно-таки неуверенно, я довольно-таки слабо отыграл эту игру. Но это просто отдает вторую сторону Нави. Они понимают, что они ничего не сделают. Снэки игра Егис, теперь он может себе позволить быковать. Ну, а они не пойдут, надо отдавать сторону, и надо пережидать. Идет хвост, пытается танковать. Так, ну вырезал немного дэмэджа. И штаб спайс. Вот, прыгает БКБ, и вот до свидания, Снэкинг. Да, фаста разорвало, юзается слип, там все под БКБ, этот слип в принципе ни на кого не действует. Сэпчик, спид, Бракс. Ну и тут тоже Фаник погибает. Отправил сплит. И это ГГ. Да, тут вообще без вариантов. Отходит демон. Ну, нет, не должны тут затащить ликвиды. Прыгает Фаник, ловят Пегасуса в таверну. Войд ГГ. Фуф. 65 минут. Или Пупей сам, может быть, кого-то хочет принять. Борды. Элдер. Залетают. Ловят Пупея. Никс. Пробивает Пупея. Пупей БКБ. Пупей. Блэк Холл. По двоим. Очень хорошо. Но нужно дальше пробивать. Минус Пупея. Там БКБ. И это Бёрнинг. Он же просто их щелкает. Посмотрите, что делает Бёрнинг. Трипл килл. Просто как семечки. Протофатас. Бум. Сайленс. Запрыгивает пак. Будет ли Дримкоил? Дримкоил по двоим. И тут просто залетают. Разорвали раз. Тут начинают наваливать здесь Банше. Баншу надо убивать очень быстро. Чайничек пошел. Чайничек надо как-то мансить. Бист. Дэнди. Ультракилл от Дэнди. Просто аннигилировал. Изи. 5 из них было с нашими командами. Статистика. Потом Брюмастер разложился. Хвост. Хвост. Хвост тоже разложился. Феррари. Только не совсем так, как Примат. Феррари. Только по-другому. Паника, боже. Левел Деза порвало. Да, ну тут... Да, мне спять ГГ. Саша... Во время буткемпа, то есть мы что-то пробовали, и иногда у нас нам приходилось менять линии немножко. И у нас, в принципе, все получалось, когда мы чуть-чуть меняли героев. Вот, то есть пару раз там и на этой Хантере Саша играл, я играл там и в легкой Брюмастером, и в легкой какими-то другими героями, и в сложную триплвейном мы ходили, то есть и Глеб тоже на чем-то там играл, на чем обычно он, то есть, не играл. Вот, для нас на тот момент это не имело значения, но, конечно, когда ты играешь на интернешнл, то лучше, чтобы каждый находился там, где он чувствует себя наиболее комфортно, поэтому некоторые авантюры были очень даже плохими для нас. КПД. Минус армор, пауэры, и в итоге-то там больше 50% дэмэджа на всю команду. Тайдхантер ультанул, поймали Му, едва живой, тут купол на Пупея. Пупея пытается бить дэмэджем, тупо не хватает. Пупея даже половину хп не сбивает, хао. Киллинг спри Фаник, банан откинул хвоста, хвост теряет Аэгис тем временем, но тут уже доминейтинг, Фаник и ГГ. ВП. И Блэк Холл. Там медасы, и вообще там, короче, делать фаст, сграпиру, все что угодно. 24. Забрал Аэгис, Дэнди поймали, Дэнди без БКБ, и Дэнди погибает. Вдвоем. Алона тем временем бьет снизу, да, Т4 и Трон. Здесь разводят, Фаник ультанул, S4 умирает, и Лона выигрывает кучу времени.
Там ЕГМ ультанул, ЕГМ тоже выиграет кучу времени. С 4 Silent Dandy и Лода соло сносит трон в команде Na'Vi. Здесь Black Hole от Пупея. Эдфор, конечно, может быть убьют, но Dandy мертв, у него нет байбека. И падает трон. ГГВП. Альянс выигрывает эту игру. Если там бы пришлось бороться за выход восьмерку, то есть за групп стейджи, то я не знаю, ну мы бы, конечно, постарались на максимум. Мы были, в принципе, в себе уверены, что против Титан, что против Ньюби. Я считаю, что вообще любые игры, которые были в групп стейджи, для нас хуже, потому что атмосфера в комнате, когда ты сидишь, у вас всего 5 человек в комнате, и все очень тихо, спокойно, это атмосфера как на буткемпе, и люди, когда уже очень сильно привыкают, то есть порой делают какие-то ошибки, которые делают на буткемпе, к примеру, ну вот в таком виде. Возможно, если бы игра была за вылет, то нас бы также поджало, и мы бы боролись лучше. То есть поэтому я не знаю, не уверен. Если бы вы были на месте Титан, как ты думаешь, попали бы вы в Киарену или нет? Титан — это предыдущий, да? Да-да-да, который вылетели от Ньюби. Нет, думаю, не попали бы. Стадион нам всегда помогает, то есть мы, ну, люди в основном, ну, большинство за нас болеет, как, ну, мне, как мне кажется, и как, по-моему, так и есть. И это, в принципе, всегда позитивно действовало на нашу команду. Нужен комфорт, в котором люди будут, ну, как минимум, нейтральны друг другу. И когда будет нейтральность, то не будет никаких факторов, которые вот, препятствуют общению. Было практически ничего не слышно в буфах, и мы в этот раз играли с Мамбом, в отличие от TI2 и TI3. То есть мы использовали программу, чтобы слушать друг друга, поэтому были в наушниках, Найнаш, при этом мы были в звуконепроницаемых кабинках, поэтому мы практически не слышали. Вот, но энергетика все равно передавалась, было очень клево. В первой игре мы взяли хороший пик, там, да, у нас, конечно, была Лина непонятная, то есть почему она в итоге вышла и почему, ну, как бы, это уже отдельная история. Но у нас, как бы, по сути, кроме как за сферу, нельзя было никого убить. Потому что станом ты не попадешь Лины, стрелой ты попадешь, ну разве что на халяву, ну и то там, как бы, попадешь ты стрелой дальше, чем что делать, как продвигать всю эту атаку. Мне было непонятно. Отличная игра от Шейкера, ну и вот он хвост без БКБ. И там еще и Госпест вот УЕСа, да-да-да, только-только начали его убивать. Пытается драться команда Na'Vi, потеряли двоих, забрали Шейкера, здесь вардами закрыли хвоста, он тоже умирает. А, ну и вот Пупей и Паник живы, врывается, Bone 7 минус, Пупей минус, Паник, Гудгей. Очень легко. Вторая игра, все вроде как мы вернулись к тому, в чем мы играли, задавили пацанов, то есть там практически безыдейно было. Ну и то, у нас были очень сильные герои. Повоевать. Тайда, есть Ravage и Dagger, но 9-й левел у Тайда. Тайд прыгает, отличный ревенч, что дальше? А что дальше? Почему ничего не происходит? Варды от Расты. О, как ты смарт валит, ты посмотри! Ты посмотри, что делает Вард, это ГГ! В третьей игре, в принципе, у нас то же самое, у нас тоже вся игра пошла верном. Вот, у нас были какие-то идеи, планы, но мы не адаптировались после последнего пика. Мы не адаптировались под ситуацию, потому что могли все сделать намного лучше. И я плохо играл, потому что я абсолютно не тот там прокачивал, не тот айтем купил, который надо было. Ну, такое. У нас два суппорта, которые толком никого не могут гангануть. У них бегают по всей карте чуваки, которые фрифармят, которые везде убивают, там, ну, Кверк. Когда, ну, он там 6-го левела был, не знаю, какой, на 3-4 минуте. Все, это тоже как бы конец игры, уже там ничего было. Ну при этом просто ходили и занимались Envy, вещами. Envy в БКБ, все, ничего не сделать, вот подходит Пайлайда и минус Дэнди. Не, ну Дэнди выживает? Нет, не выживает. Не выживает, нету. Синк, минус Куроки, ульта Парэйшн залетает, Пани тоже умирает, Купей пытается. И бонус Синк завершает. Ультра килл, Синк, ГГВ. ГГ. До свидания, Na'Vi. Печаль. По-другому ничего не скажешь, просто полнейшая печаль. Эмоции? Да какие эмоции? Ну, расстройство было, понятное дело. Мы не общались после этого, мы разошлись кто куда. Я тоже, то есть, морально осознавал, что
мы проиграем, как я себя буду чувствовать. Я знал, что очень сильно я не расстроюсь. Ну, то есть, конечно, было очень плохо первое время, но оно довольно-таки быстро прошло. То есть, по сравнению с проигрышами на TI2 и TI3, я расстроился намного меньше, потому что проигрывать, когда ты за шаг от победы, намного было сложнее, то есть морально. Нави я тоже сомневался в них, но учитывая то, что я в них сомневался последние года 2 или 3, когда они играли на интернешнлах, то, что там перед ними за недалекое время перед интернешнлом, как правило, Нави проигрывают всем, они всех сосут, как бы, а потом такие, оп, здравствуйте, вот они, мы на интернешнле, дайте-ка нам в гранд-финале поиграть, у нас заказаны компьютеры. Вот, здесь, ну, опять же, уже так опять не получилось проехать, вот, тут запрессовали просто-напросто китайцы, американцы, потому что все нереально подготавливаются хорошо и так далее. Поменял бы я тогда все, как мы хотели, там, то есть это или я бы ушел куда-то, или кто-то другой ушел бы, то кто знает, как бы и пошло. Может быть, Нави без меня и выиграли, а может быть, как бы и без там каких-то людей еще мы бы начали выигрывать. Но мы могли также вообще ничего не выигрывать и даже не поехать на следующий интернешнл. Вот. Ты же никогда не можешь сказать. Я доволен тем, что имею. Я не могу сказать, что я доволен результатом, но это и не провал, типа, из серии топ-16 и вылететь. Это бы меня реально сбило с панталыку, и я бы очень расстроился. А так, ну, заняли топ-8, играли плохо, играли среднее, вот оно к чему приводит. Команда, которая изначально идет с лузерским настроением на игру, она никогда не сможет выиграть ничего. Ну, знаешь, фак, я как аналитик, я на самом деле долго очень анализировал всю ситуацию. Так. Вот, некоторые ночами ходили пить, я, в свою очередь, открывал ноутбук, заходил в доту и анализировал команды, стратегии, читал новости про них, как-то блоги, старался как-то через интернет проникнуть в внутреннюю кухню команды, проникнуть в обычную кухню, не во внутреннюю. Вот, команда, как-то узнать все, настроение у них, настрой. Подходил к ребятам, спрашивал: ребята, как у вас дела, готовы ли вы к игре, как покушали, там, все ли хорошо у вас с пищеварением, с акклиматизацией и такими вопросами, не смущают ли вас там люди и так далее. Все узнавал, ну и пришел к выводу, что однозначно в финале, однозначно, в финале будут играть VG, ВГ против Ньюби. В первую очередь я ожидал увидеть Ньюби, в итоге они попали, а во вторую очередь я ожидал увидеть Альянс, но по нашим прогнозам, что они безоговорочный топ-1, и некоторые аналитики с нами были согласны, то они переэкспериментировали на самом турнире, то есть были совсем другой командой, и в итоге просто не дожили до плей-оффа. Ньюби для себя избрали правильную стратегию, пошли, подрались, убили, забрали, пошли, подрались, убили, забрали. Счастливо. Конец игры. Насчет зрителей я не знаю, я думаю, что для них этот финал был самым плохим за всю историю интернешнлов, то есть самым неинтересным. Потому что в первой игре там выиграли Вичи, да, очень, ну, тоже довольно легко, а потом они 3 игры подряд просто в салат отдали. С первой минуты было ясно, что они проигрывают. Ну, как мне было понятно. Была одна игра, где там была борьба в начале, но тоже борьба была все время в сторону Ньюби. И они выиграли. Я стар уже на самом деле. Меня воспринимают не как игрока, а как шоумена, как человека, который стримит, играет в разные веселые игрушки с Мервингом и компанией, с Соло, с Нексусом, с Витюшей. Где Витюша, где Соло, Соло приехал и так далее. То есть Вилата погромче, Артстайл не слышно, гиф соло, вот, подобные вещи. А как игрока на самом деле уже никто особо не воспринимает. И хоть я и как бы пытаюсь, поднимаю свой скилл, там, так далее, тому подобное, как-то импрувлюсь, пытаюсь, но это как-то уже никто не смотрит в мою сторону. Это как, знаешь, как бабушка, которая пытается быть привлекательной. Она, может, для своего возраста и ничего так, но в ее сторону никто уже не смотрит. На самом деле, нет таких людей в команде, с которыми я не хотел бы продолжать играть, так как вместе мы прошли очень большой путь.
мы сами как бы сделали себе какое-то имя, какую-то репутацию, то есть взять перед Новым годом, как бы, как мы играли, и как стали играть после Нового года, чего мы добились вместе, то есть это было очень непросто. И вклад, каждый делал какой-то свой, кто-то больше, кто-то меньше, но все в целом как бы очень сильно выросли по игре и как бы для команды много сделали. Играть с людьми, ну, это точно будет год, я бы хотел с ним играть. Ну, возможно, NES. NES Майло, мне кажется, что он благодаря своему семейному положению не сможет уделять тренировкам достаточно времени для того, чтобы оставаться на топ-уровне, а я хочу как бы идти вверх, поэтому думаю, что это не будет способствовать. А с Виданом история такая, что каким я его помню в 2008 году, такой же он и сейчас. То есть понимание игры, оно, может, конечно, и развивается, но в целом какая-то догма осталась у него в голове еще с тех времен, и он не сильно хочет от нее отталкиваться. Несколько развитий ситуации есть, когда полный дисбанд, когда там меня не будет, мага не будет. И, может, еще кого-то не будет, и там доберутся новые игроки. Или наоборот, Симпайр заберут одного-двух игроков в другую команду. И, но лично я бы играл бы тем же составом, ну, скорее всего, еще с пятым тот, кто нажмет кнопку в определенный момент. Команда Na'Vi будет продолжать свое существование, надеюсь, со мной. Вот. Но по факту я, Дэнди и Фанник остаемся вместе. По поводу Попея пока непонятно, Куроки точно с Намерой дальше не будет. Кого мы возьмем, пока мы еще не решили. Есть, конечно, кандидатуры, но они будут, я могу сказать, точно русскоговорящие. То есть это россияне, украинцы, возможно, белорусы, кто знает. Вот это все, что я могу сказать. Na'Vi это прям вот верх всего, вот чего ты можешь там добиться. Ну, в плане то, что это самая лучшая организация из СНГ. Ну, скажу честно, если бы мне сейчас предложили играть в Na'Vi, я бы не отказался. Я в этом году как бы не особо занимаюсь, так скажем, решафлом, да, не машню там какой-то состав, не... То есть я принял такую позицию, что я так, конечно, поспрашивал людей, кто что куда, примерно представляю, как что будет. Но я хочу доехать до Москвы и спросить, а какой у меня теперь состав? Вот, если он мне понравится, то продолжить играть. С Ванькой он скоро хотел бы играть. С Эйратом бы хотел играть. Любой игрок в СНГ, мне кажется, хотел бы играть в Na'Vi. Empire — хорошая команда, там хорошие ребята. Если Ваня уйдет от них, то, в принципе, команда станет слабее, на мой взгляд, значительно, но не критично. В принципе, я думаю, что в СНГ сейчас можно после 4-го International собрать два боеспособных коллектива, которые смогут биться за призовые места, хорошие места на 5-м пинте. Я буду стараться на максимум, то есть работать, показывать результаты, меньше отдыхать, больше тренироваться. Хоть это и очень тяжело. Я хочу играть и выигрывать как можно больше, как было раньше. Чтобы там 50 плюс процентов турниров мы выигрывали. Мы это можем сделать, и это сделать не тяжело, я могу сказать. Посмотрим, как оно будет. Что будет там как-то с самой Дотой, что будет вообще как-то с вот этим всем происходить, с этими призовыми. Ну, спрогнозировать тяжело, но я думаю, что под... конец, не знаю, сезона, то есть где-то вот на начало лета 2015 года, 1 миллион долларов, это будет стандартный призовой на топ-турнирах. После International я, несомненно, собираюсь продолжать играть, потому что игрок, даже если он не игрок, остается игроком.